of a mess. Люди знали, что приход Аламаса не к добру. Они складывали свои юрты и уходили с той земли. А землю оставляли Аламасам. Можно только позавидовать этим чудовищам. Горе тому, кто осмелится нарушить покой Аламасских гор. Спасибо, старик. Хорошая сказка. Сказка? Если бы это была сказка. Индип, ассистент профессора. Один. Профессор с нетерпением ждет вас. Начальник монгольской научной экспедиции профессор Джамбон. Радистка Стеблина. Прошу знать грани. Постараюсь. Крылатки. Зоолог. Джамбон. Биолог. Научный работник Висковский. Светлана. Кинооператор вашей экспедиции. Теперь, друзья, мы в сборе. Завтра выступаем. Ваша дружеская помощь, помощь специалистов из советской страны, делает меня еще более уверенным в полном успехе нашей экспедиции. Нас ждет тяжелый путь. Пустыня неприветливо встречает путешественников. Но когда мы проникнем в Аламасские горы, мы будем первыми, кто разгадает вековую тайну этого белого пятна на карте нашей страны. И все-таки Джамбон не оставил мысли проникнуть в Аламасские горы. Я надеюсь, вы поможете ему в этом. Да, первый шаг сделан, я в составе экспедиции. Прекрасно. Второй шаг сделаю я. Счастливы приветствовать в нашем недостойном театре великого ученого Монголии, достопочтенного профессора Джамбона и его славных друзей, отправляющихся в пески желтой пустыни, в дикие и неизведанные горы Аламаса. Актеры, покажите все ваше искусство.
Передай Валамаске и Егору. Жамбон вышел в пески, держа курс на ущелье Аламасов. Точка. Ацука в составе экспедиции. Оказывается, достопочтенный Джамбон занимается не только теорией. Джамбон идет в Аламасские горы. Никто в мире не знает, что мы здесь добываем нефть. И что тут, на их территории, надо полагать, нефти не меньше. Ну что ж, Джамбон избрал неплохой маршрут для своей последней экспедиции. Отец, мой отец, его продали за долги в рабство. Он в страшных горах Аламас. А кто это тебе сказал? Хозяин. Мне жаль. Не жаль тебя, Юван, но я должен сказать правду. Твоему отцу грозит новая беда. Беда? Его ждет смерть, мучительная смерть. Ты помнишь людей, которые ушли в Аламасские горы? Они везут с собой воздух смерти. Они купили рабов в горах Аламаса, чтобы испытать на них действие смертоносного газа. Мне жаль тебя, Юлан. Я решил помочь тебе. Слушай меня, Юлан. Только один Джамбон умеет управлять воздухом смерти. Браво, Граник. Собственные конструкции. В горах будем Москву слушать. Вот Аламасы обрадует. Где вы пропадали, крылатцы? В песках. Все остыло. А? Берег сумеет. Распространен в Центральной и Средней Азии. Абсолютно безопасен. Прекрасный экземпляр. А это? Рейния сарма. Широко распространена в степной зоне. Абсолютно безопасен. Теперь не грех после хорошего ужина спокойно выкурить труп. Это за большой палаткой. Спокойно, профессор.
делать там? Откуда ты? Что тебе нужно, девушка? Спасите меня! Спасите! Кто стрелял? Я взяла провожатого. Он хотел ограбить. Он чуть не убил меня. Да это актриса китайского балагана. Мое сердце в горах Аламаса. Если вы меня не возьмете с собой, я больше никогда не увижу моего отца. Позвольте, позвольте мне идти с вами. Возьмите меня с собой. Возьмите меня с собой. Неужели мы ее прогоним, профессор? Куда она пойдет ночь? Посторонний человек в экспедиции. Это неудобно, профессор. Ничего, пусть остается. Я бы не делал этого, профессор. Нельзя же прогнать девочку. Спасибо, господин. Пошел, пошел. Пошел. Не забудьте принять лекарство, профессор. Постараюсь. Спокойной ночи, профессор. Что такое? Из коллекции Крылаткина. Торе Адор, смелее любой. Торе Адор, Торе Адор. Эликс Миллиарис. Помни, что в час борьбы твоей кровавой черный глазок достиг живей и ждет тебя Тавромитопан Виньолятум. И ждет тебя любовь. Послушай, Ториадор, чтобы этих линиолятумов у меня больше не было. Анцестрадон Галис. Абсолютно опасно. Это не моя. Но, впрочем, спасибо. Не надо было убивать только. Вы, Вячеслав Антонович, хоть и научный работник, а в седле настоящий кавалерист. Старая привычка, профессор. Я ведь на научной работе только с 24-го года. А раньше? Раньше? В коннице, в Буденном. Еще жарче было. А в Ленинграде сейчас белые ночи. А знаете ли вы, Дындып, что такое белые ночи? А знаете ли вы, Граня, что ваши белые ночи чуть не стоили мне диплома? Я же в Ленинграде институт кончал. Эх, белые ночи, белые ночи. Ассистент профессора Дындып и радистской экспедиции Стеблина даже во время труднейших переходов вели научные беседы. Неизвестно только, на какие темы. Как твое имя, фотограф? Андрюша. Андрюша? Андрей, Андрюша. Андрюша. Андрюша, что это? Водород. Вода? Нет, это не вода. Это газ. Газ? Газ. Thank you.
болтаешь, какой воздух смерти. Гидрогеном, водород. Абсолютно безопасен. Дендрик, спрячьте это. Увидите ее гранят. Лишние люди, лишние хлопоты. Пойдемте, профессор. Когда она придет в себя, выясните, в чем дело. И следите за ней, Дендрик. Я бы советовал связаться с центром. Надо узнать, кто эта китаянка. Как-нибудь сами разберемся в этом, Вячеслав Николаевич. Надо беречь каждой капли воды. Стакан в день, не больше. Есть. Стакан в день, не больше. Хватит. Хватит. Слыхали? Стакан в день, не больше. Но ведь еще будет колодец. А если в нем не будет воды, тогда что? Да-да. Вы правы. Вот именно тогда. Да. Петя, Граня. А вы? Ну, я как верблюд. Могу 7 суток не пить. И хоть бы что. Юлан. Возьмите. Пейте, Юлан. Пейте. Скоро колодец. Итак, профессор, 2/3 пути пройдено. Теперь осталось... Не менее 10 переходов. Колодцев больше не будет. Лошадей можно поить из ведер. Ничего, места хватит для всех. Не надо устраивать давку. Потрудитесь сейчас же напоить лошадей из ведер. Так зачем ты все-таки бросил нож? Ты хотел убить меня? Пойдем, Юлан, ко мне. Мы должны поговорить, Дендрик.
Скажи правду. Не бойся, Юлан. Если все расскажешь откровенно, поедешь с нами дальше. Я помогу тебе найти отца. Я скажу. Я вам все скажу. Хозяин театра. Я поверила, что вы хотите убить моего отца. Воздух смерти. Как ты могла поверить такой глупой сказке? Покупать людей и отравлять их газом. Какая подлая выдумка. Мы идем в Аламасские горы искать нефть для нашей родины. Простите. Простите. Простите меня. Простите. Алло. 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 Говорит экспедиция профессора Джамбона. Алло. Алло. Говорит экспедиция профессора Джамбона. Слушайте, Крылаткин, ведь мы договорились, что наукой вы будете заниматься только у себя. Эля Фадионе. Абсолютно безопасно. Все выяснилось. Юлан не виновата. Граня, нужно связаться с центром. Будет говорить профессор. Да-да. Алло, алло. Говорит экспедиция профессора Джамбона. Алло, алло. Говорит экспедиция профессора Джамбона. Алло, алло. Перехожу на прием. Перехожу на прием. Где лошади? Сейчас. Что это? Болезнь? Эпидемия? Отравленная вода? Мы пили эту воду. Лошади живы. Угу. Ну да. Лошади, как и мы, пили другую воду. Верблюды пили из водоема. Товарищ Крылаткин, сделайте сейчас анализ воды. Хорошо. Кто же это мог сделать? Ночью исчезло еще 5 этих бездельников. Мерзавцы украли винтовку. Я убежден, что они убежали к Ванзеляну. Эта партизанская шайка наглеет с каждым днем. Меня больше беспокоит эта старая лиса, Джамбон. Он все еще благополучно здравствует. Правда, вот уже 5 дней, как он остался без верблюдов. Mm-hmm.
Стой! Аламаши. Нужно сделать привал. Надо сделать носилки. Оставьте меня здесь, профессор. Я отлежусь. Я догоню вас. Только не бросайте моих животных. Они там, в ящике. Я догоню вас. Оставим большую палатку. Придется оставить и ваши баллоны, Сауди. Но как же, профессор? В конце концов, надо чем-то пожертвовать. Не надо. Не надо. Оставьте меня здесь, товарищи. Вперед! Мы не пойдем! Дальше мы не пойдем. Нам и будет как им. Аламаши не пустит нас в свои горы. Дай нам воду, мы пойдем на жар. Возвращаться, когда мы у самой цели. Вот что ж, кто хочет, может получить свою долю воды. Но кто хочет назад, не любит свою родину. Наша страна послала нас сюда, чтобы мы открыли путь в Аламасские горы. Чтоб мы нашли в горах нефть. Кто хочет назад, пусть идет. А я старый Джамбон, пойду вперед и найду нефть. Я иду. Я тоже иду. Смотрите, профессор, на нас надвигается ураган. Остановите караван, приготовьте прикрытие. На вашей ответственности лошади. Ловите же! Абсолютно безопасно! Thank you.
животное. Профессор! Такие кадры! Ни кадров не будет, ни вашего аппарата не будет. В лучшем случае только вы останетесь. Осторожно, там радио. Путешественников открылась долгожданная прелесть. Чего себе долгожданная? 23 дня, как из пушки. Отец. Мой отец там. Зелян, я тебя узнал сразу. Мы бежали оттуда, из ущелья. Винтовку принесли. Хорошо. Надо накормить товарищей. Фань, проводи их. Ли, иди, поговори с ними. Как это не печально, но одной из вас придется пойти за хворостом. Я иду. А Ломатов не боится? Нет. Смотрите, профессор. Смотрите. Ага. Замечательно. Замечательно. Покажите. Нефть. Абсолютно. Хорошо. Вы видите, товарищ? Нефть. Мы нашли нефть. А вы говорили назад.
Вот что скрывали Аламасские горы. Старый Джамбон не ошибся. Нефть. Нефть. Она освещает жилища. Она двигает поезда и автомобили. Она поднимает в воздух самолеты. Это наша победа, товарищи. Победа! Победа! Дайте, дайте победу. Крылатый, крылатый, не выходи из кадра. Вячеслав Антонович, надо дать радио в центр. Ах да, я и забыл совсем, что смерть погубил наше радио. Но этот смерть действовал с заранее обдуманным намерением. Нефть, 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 нефть. Ой. Ты что это, ты досадно все-таки. Нефть нашли, а с аламасами встретиться не пришлось. Да-да-да, верно. Камень и бамбук. Где же Юлан? Пошла за хворостом. Что-то очень долго. Юлан! 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 С ней что-то случилось. Юлан! Меня начинает беспокоить отсутствие Юлан. Что-то неладно. Может быть, она заблудилась? Дальше наша с пограничником не уйдет. Вы забываете, Саудин, что это не исследованная область. Здесь нет пограничной охраны. Ее заменяют наши самолеты. Дендип, Саудин, Светлана, идите на поиски. Возьмите с собой старшего проводника. Хорошо. Профессор, может быть, и мне пойти с ними? Нет, Грань. Вы уж лучше кушайте, да скорее приводите в порядок радио. Профессор! Старший проводник исчез. Исчез? Вот как. Может быть, они вместе ушли? Не говорите глупости. Я совершенно уверен в девушке. Значит, проводник? Вам нелегко было выдержать эту роль. Профессор Джамбон очень удивится, когда увидит вас без бороды и в мундире. Да, господин директор. Вам остается дело довести до конца. Вы возьмете людей и арестуете Джамбона и его спутников за переход нашей границы. Но ведь они на своей территории, господин директор. Вы арестуете их за переход нашей границы. Понятно? Понятно, господин директор. Она здесь, Манделян. Наверное, это шпионка. Приведи ее сюда. Ли? Кто ты? Зачем пришла в наши горы? Я ищу отца.
Юлан. Отец. Вы арестованы за нарушение границы. Вы ошибаетесь. Мы на территории нашей страны. Это недоразумение. Простите, господин профессор. Мне, как проводнику, лучше известно, на чьей территории вы находитесь. Арестован, доставить контору. Отдавай, отдавай сюда. До скорого свидания, дорогой профессор. Экспедиция Жамбона в наших руках, господин директор. Их ведут сюда. Стойте! Алло! Алло, Маш! Бросайте оружие! Молодцом, Юлан, развязывай. Граня, Граня, освободите мне руку. А ну-ка, поди, поди сюда. Ага, черти драповые, испугались? Проклятые наемные псы! Вы бросаете бомбы с аэропланов, вы сжигаете наши деревни, вы продаете нас и наших дочерей в рабство. Знаете, мы с вами будем бороться до тех пор, пока хоть один из вас останется на нашей земле. Уведи пленных. Пошли. Пойди сюда. А ты? Иди к своим хозяевам и передай все, что видел. Иди. Спасибо, Ванделян. Юлан сказала, что вам грозит беда. Юлан сказала, кто вы. И мы не могли не прийти вам на помощь на нашей земле. Передайте привет вашим свободным народам от воинов Красного Меча. Возьмите ваше оружие. Мои товарищи проводят вас до границы. Люблю Аламаса. Может быть, твой отец знает, кто такие Аламасы? Вы хотите знать, кто такие Аламасы? Так в глубокой древности называли рабов, восставших против кровожадных хозяев. Рабы захватили это ущелье. Они погибли в борьбе. Мы, наследники Аламасов, начатую ими борьбу, доведем до конца. Фан, проводи их, покажи им дорогу. Позволь мне, отец. Иди.
где же ваши друзья? По-видимому, сказалось утомление 25-дневного пути, господин директор. Документы для дорогих гостей готовы? Привели? На нас напали Ван Елен, отряды взяты в плен, арестованы нас опортины. Ах! Скорее в догонку! Джампон должен быть здесь живой или мертвый! Уверяю вас, высокий господин, вы, как мудрый следователь, должны понимать, что радио необходимо в нашем низменном искусстве. Мы давали музыку из живота куклы. Простой театральный эффект. Клянусь, что я даже не знаком с этим негодяем-проводником. Меня оговорили. Перед вами только бедный комедиан. Довольно комедии. Вам знаком этот шифр? Нет. Да. Это недоразумение, храбрый генерал. Я записывал платежи актерам. Вел счет своим ничтожным барышам. И просчитались. Нам известно все. А ножички свои забыла. Еще раз прошу, простите меня. Ну что ты? Ну что ты, девочка? Мы ведь друзья на всю жизнь. Не забывай нас. Ну, до свидания, Юлан. До свидания. Юлан, Москва, улица Горького, 16А. Москва, улица Горького, 16. 16А! 16А! Все члены экспедиции успели полюбить свою случайную спутницу, юную китаянку Юлан. И тяжело было расставаться с нею. Быть может, навсегда. То есть как это навсегда? Запомните адрес! Улица Горького, 16А! Thank you.
Раздать патроны. По местам. Без моей команды не стрелять. Проверьте расстановку людей, Вячеслав Антонович. Скажите, чтоб берегли патроны. Поторопите грань. Передайте нападение! Сообщите, что отряд диверсантов нарушил границу! Есть! Передать центр о нападении! Стойте! Иначе мы откроем огонь! Подтвердите прием! Подтвердите прием! Отвечайте скорее! Помогайте мне. Вскройте этот ящик. Принесите сюда все банки с консервами. Быстро! Крылатки! Ваши животные! Какие животные? Отдавайте банки! Наш пограничник!
остаются в безопасе. Полета. Да так, вовремя!